Спровоцировать межнациональный конфликт в Закарпатье пытались двое поляков. Об этом заявил глава области Геннадий Москаль. Он сослался на данные досудебного следствия. Напомню, 4 февраля в офис общества закарпатских венгров в Ужгороде бросили коктейль Молотова. В МИДе Венгрии тогда заявили, что опасаются за безопасность венгров в Закарпатье. А в область нужно отправить миссию ОБСЕ. По данным Москаля, провокаторы состоят в польской экстремистской организации «Фаланга», которая тесно контактируют с российскими правыми. Иностранцы приехали в Закарпатье из Словакии, совершив налет на офис, сразу же вернулись обратно. День 96-го года, день 93-го. Адріан Марглевський із Кракова і Томаш Рафал Шимов'як із міста. Встановили точно їхні дані, їхні особи тут через камери зовнішнього спостереження. Мета – посварити українців і угорців. Вони намагалися це двічі підпалювали, другий раз уже у четвертій ранку, причому так підпалювали, що ледве самі не зайнялися. Видно, з кількох камер, як вони тікали.